Как думаешь, кто Винер, Окси или Гнойный? Бля, вы же знаете уже, я в Твиттер ретвитил. Стадия принятия проеба Оксимирона. Алина Дедример, ебун. Я там не был. Я на батле Оксимирона и Гнойного не был. Но судя по инсайдикам, блядь, все-таки Окси проебал. Ну, везде-везде об этом пишут. Вообще везде. Слитые видеозаписи и так далее. Если бы я был на батле, я бы молчал до конца. Но я как простой зритель увидел, бля, я так расстроился. Типа, Гнойный тоже охуенный. Ну, блядь, что? Оксимирон, ты что? Ну, посмотрим, что будет. Я надеюсь, там не просто там, потому что судьи там свои сидели, еще что-то. А он реально, блядь, Оксимирон просто выше головы. Ой, Оксимирон, Гнойный выше головы прыгнул, так что... Мне кажется, победа у него заслуженная, по-любому. Потому что, ну, это такой батл, где не подсудишь кому-нибудь.